Как проверить и контролировать температуру компьютера? Всем привет! Предлагаю вашему вниманию программу SpeedFan, которая показывает температуру процессора, ядер, диска и видеокарты. Переходим на официальный сайт almica.com. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Попадаем на вот такой сайт Альфредо Милани и нажимаем Download. Здесь нажимаем Latest Version из SpeedFan 4.52, последняя версия. Нажимаем SpeedFan. Сохраняем на компьютер. Закрываем браузер. Запускаем установщик. Соглашаемся. Нажимаем Install. Она у меня уже установлена. Запускаем программу. Открывается вот такое окошко. Вот здесь у меня температура. Это ядра, вот это. 2. Повышенная, потому что я запись веду. И пора уже мне чистить компьютер. И менять термопасту. И она на английском. Здесь можно поставить на русском. Конфигуры нажимаем. Option нажимаем. И вот Language. Открываем, ищем русский. Russian. Вот, нажимаем OK. Все, программа на русском. В принципе, ничего здесь настраивать не надо. Просто контролируем температуру, чтобы была, чтобы здесь стояли зеленые птицы. Вот. Не допускать, чтобы было больше 50 градусов. Но ядра могут быть при нагрузке, допустим, игры, там до 90 градусов. При большой нагрузке. Видеоредактор, когда создает видео, рендеринг видео, могут быть до 90 градусов. При 95, по-моему, компьютер отключается, самосохраняется, или перегружается, или отключается. Но лучше не допускать. Вовремя чистить компьютер, менять термопасту. Вот такая вот программа. Всем спасибо. Пишите комментарии, замечания, пожелания. Подписывайтесь на канал. Ставьте нравится, не нравится. Всего доброго. До свидания.